Продам катушки зажигания, так называемые подковы в простонародье, на двигатели D6, D8 и их модификации. Эти подковы советские, но перемотанные. Сталь советская, родная, была зачищена и полностью все перемотано как следует, чтобы ничего не болталось, все залито специальными средствами. Виточек к виточку все наматывалось вручную до необходимого сопротивления, чтобы была искра на низких оборотах двигателя. На данных подковах световой обмотки нет вообще. За счет этого повысилась надежность, потому что световой провод, он идет очень тонкий, и тут здесь его некуда просто уже мотать. Там здесь только намотано было. Много было опытных образцов, определяли, чем лучше мотать. То есть в итоге остановились на качественном медном проводе нужного сечения. Данные подковы работают в паре с катушкой зажигания ТЛМ-3. Либо можно использовать B300, такие коричневые катушки. Не путать с катушками B300B. С ними работать не будет, нельзя их использовать. Они для электронного зажигания. ТЛМ-3 и B300 для кулачкового. Цена будет указана за подковы, за катушку зажигания в описании под видео. Они бывают в наличии. Вот на момент снятия видео они есть. Также есть прерыватели. Тоже на них цена будет указана. И вот еще осталась подкова китайского производства. Она будет стоить 1800 рублей. Кто хочет поэкспериментировать с китайской новой подковой, вот, подешевле. Искра будет с нее. За свет не ручаюсь, потому что провод тонкий, очень. Могло все произойти. И как видим, она даже это, ну, качается. Это нитки намотаны неплотно, ничего не залито. От вибрации вакуум, скорее всего, перетрется со временем. Здесь такого не будет. Здесь все четко сидит. При оплате Авито доставкой будет выслана вам вот такая подкова. Кому нужно будет эти катушки, то пишите сообщение мне тоже. Могу их тоже отправить, как и отдельно, так же, как и с катушкой вместе.